Думаешь, готов сразиться на арене? Я живу дракой. Единственное достойное занятие. Могу шепнуть пару слов о боевых медоедах. По-моему, ты не создан для арены. Моя ставка не сыграла. Может, твое призвание помогать другим бойцам? Ну, массаж, например. Нам нужна помощь! Вепри опасны! Но... сочное мясо! Мне не по силам! Может, два пальца на ноге потерял? А с тех пор, как Радж лишился. Ну, ты понял, никто на них не ходит. Что насчет диких вепрей? А ты? Доброволец? Да, супер! Дикие! Они дикие, но симпатичные. Написал. Просто душки. А забыл, забыл, что я говорил про бать и про... Отлично. Значит, настрелять вам бекона. Запросто. Ну, ты молодец. Тебе даже ружье не понадобится. Хижине есть лук. Вепри живут у озера. Отмечу-ка на карте. Ну, супер. Что еще мне нужно знать? Постарайся забить наш холодильник. Мы 100 лет не ели мяса. Следи за пальцами ног. И не мочись при кабанах. Заходи в... Спасибо. Пока. Нам нужно помочь. Намасте. По-моему, ты не создан.
неплохо справляешься. Помогай людям, пока им нужна твоя помощь. Спасибо, что включили радио «Свободный Керат». Не знаю, слышали вы или нет, но у нас тут завелся маньяк, который трется по маскам. Типа, это его визитная карточка. Я задумался, а будь я маньяком, что бы я выбрал? Ну, чтобы запустить Туманова. Игральные карты банально. Маски уже заняты. Может, говно? Что вы видели? Как насчет говна? Ну, идеальные формы какашки. Аккуратно возложенные на лбы моих жертв. Это ж искусство. Детективы посмотрят и скажут: «Вот, блин, дерьмо!» Назовут меня говноубийцей или доктором Дерьмоарти. Представьте себе, что люди обнаружили ваш труп с какашкой на лбу. Теперь звери от нас. И станут говорить, что этот парень псих. Он не только убивает людей, но он на них еще и срет. Похоже на Джека Потрошителя, только хуже. Да. Не знаю, откуда вся эта хрень берется у меня в голове. Сколько насчитал? Никак не дышал, не сбиваюсь. У тебя точно лучше получится. Если бы не вы, меня бы убили. Спасибо. Нужен дождь. Урожай гибнет. Это раперы рано. Я тут такое видел. Кто-то из наших оседлал слона и превратил солдат армии королем в фарш. Нахер танки! Забудьте все то, что я говорил когда-то про них. Теперь я хочу слона! Эта громадина поднимала солдат хоботом и швыряла, как тряпичных кукол. Как же это было круто! Что-то я весь на эмоциях, но реально... Ничего потряснее я в жизни не видел. Не хватало только мощного гитарного запила. Нет, вычеркнем это. И двойной радуги на небе, и единорога сверху. Настолько это редкое явление. Ждать больше нельзя, он уезжает. Освободишь мою семью, я буду твоей должницей. Юму, Пейган, сдам тебе всех. Все хорошо. Ты с ума сошел? Мои родные. У
умрут в муках. Спаси их, прошу. Пол устраивает вечеринку в своем логове. Там он уязвим. Мясо ему привозят из соседней деревни. Это твой шанс. Доберешься, иди в комнату для допросов. Найдешь его там. Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Аджай, моя семья с тобой? Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Заходим быстрей! Тут один штаны наложил. Сабал, я навещу Пола. Привези живым, если сможешь. Он должен заплатить за все. В последнее время в окрестностях пропало много людей.
Так что если там есть пленники, помоги им выбраться, но не попадись. Yeah.
Я освободил заложников. Отлично. Каждый спасенный — это еще один солдат в нашей армии. Теперь закончи дело. Выбирайся. Алло? Солнышко, как дела? О, замечательно. Просто чудесно. О, нет, нет, нет. Нет, я понимаю. Солнышко, я понимаю, но я не могу. Я на очень важном собрании. Ладно. Да ничего, ничего. Дай ей трубочку. Да нет, все хорошо. Давай. Да. Подожди минутку. Привет, Эшли. Да ты что? Потрясающе. Молодец. Уже ложишься? Зубы почистила? Минимум 10? Ну, просто прелесть. Поцелуешь от меня маму? Ты же знаешь, когда меня нет, ты у нас в доме за главное. Конечно, да, но у папочки работа. Подарок? Конечно. Чего ты хочешь? Кольцо? Нет, подходящего для моей красавицы пока не нашел. Может, что-нибудь еще? Ожерелье? О, золотое ожерелье. Ты знаешь, кажется, как раз такое я тут видел. Да, конечно, блестящее. Теперь папе снова пора работать, ладно? И я тебя. Да. Чмоки-чмоки, и пусть клопы тебя не кусают. Все. Пока, зайка. Прошу прощения, это моя дочка. Но заставлять ждать не в моих правилах, так что, извини, буду исправляться. Ты? Спаси меня!
Запихаю во все дыры! Никакой пощады! Пошел! 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 Ясно! На короля! Прочесать местность. Он только что был тут. Прячешься, Аджай? Трус ты американский. Аджай, я знаю, ты там. Зачем ты так? Привет тебе от Нур! Нур? Нур? Она все думает, что семья жива? Да мы ее давно убили. Те письма моей мамочки. Да я сам их писал. Ну, еще дочь помогала. Я сказал ей, что это для друга. Моя Эшли умеет слезу вышибить. У нее точно есть задатки писателя. Как-то такую поэму сочинила. Мы с женой просто рыдали. Слушай, Аджай, не дури. Не притворяйся, что тебе есть до этого дела. Пойми, твое предназначение. Твое предназначение быть убийцей. Я специалист по допросам, а ты прирожденный убийца. Оглянись вокруг. Это же рай для таких, как мы. Ты что, правда печешься обо всех этих людях, а? Или просто тащишься, оставляя повсюду горы трупов? Можешь не отвечать. Тебе плевать на мужа Нур и ее ребенка. А? Скажи, как их звали? Знаешь? Именно. Слушай, давай так. Забрось меня в аэропорт. Черт, я даже тебе билет куплю. Просто чтобы без обид разойтись. Эй, Аджай, что за молчанка? Эшли тоже часто со мной в молчанку играет. Ну что с ней сделаешь? Нур правду думает. Поверить не могу. Согласись, мне явно не все дома. А? Аджай, не молчи! Живой? Странно, что ты его не убил. Да жив я, придурок, недоделанный. Пусть обживается. Кто это сделал? Тупые дикари! Пустите! Стойте! Стойте, мобильник! Аджай, мобильник у меня в заднем кармане! Дай мобильник, прошу! Аджай, прошу!
Пожалуйста, мне нужен телефон! Отвалите, макаки! Эшли! Эшли, папочка тут! Спасибо, Джей. За нами должок. А Пол — наша забота. Скучать ему не дадим. Аджай, Пол вышел из игры. И его крепость Варшакот уязвима. На твоем месте, брат, я бы этим воспользовался.
Послушай моего совета. Увидишь знахаря, не лезь к нему. Держись подальше. Эйган захватил нескольких бойцов Золотого Пути. Наверняка Кэслит. Мы не можем торчать тут, пока наши братья и сестры... Что за хрень? Мать твою за ногу, осторожно! Нас окружили волки! У волков бешенство! Один я не справлюсь! Thank you.
Фейган захватил наших братьев и сестер. Нельзя так оставлять. Пока мы не встретимся, я не пытаюсь.